Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir endi biz registratsiya haqida ma'lumotni o'zimizga telefon qilib so'rashga harakat qilamiz. Kimgadir tushunmovchilik bo'lsa, shu hozir shu tushunmagan insonlarimizga telefon qilib prямой migratsionniy službadan so'raymiz. Bugunga kelib tugagan registratsiyalar endi nima bo'lishi mumkin? Чунки мои документы только по запису шляпта. Агар записки улгумай қолса, нима болады? 7-дан кейин қиса ҳам боладими? Деган саволга жавоб оламиз. Биринчи ўринда мои документы МФЦ-га қўнғироқ қиламиз. Здравствуйте. Вы позвонили в Единую справочную службу правительства Москвы. Мы работаем круглосуточно. С 28 октября по 7 ноября Центр госуслуг ограничивает прием посетителей. Прием ведется только в дежурных центрах «Мои документы», открытых в каждом административном округе для оказания услуг в регистрации отдельных актов гражданского состояния. Услуга государственной регистрации рождения предоставляется в родильных домах. 4 ноября, День народного единства, Центр госуслуг «Мои документы» закрыты. Получить готовые документы можно в центре, в котором было подано заявление. Выдача документов в период ограничений не производится. Обращаем ваше внимание, что государственные услуги могут быть получены в электронном виде. Мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции и пункты экспресс-тестирования, расположенные в офисах «Мои документы», работают в обычном режиме на протяжении всего периода ограничений. После разговора просим вас остаться на линии и оценить работу наших специалистов. В целях контроля качества разговор может быть записан. Здравствуйте! Вас приветствует голосовой помощник Единой справочной службы правительства Москвы. Какой у вас вопрос? Соедините оператором, пожалуйста. Хорошо. А по какому вопросу вас соединить с оператором? Переключите оператору, пожалуйста. Уважаемый заявитель! Я понимаю ваше желание поговорить с оператором, но я тоже могу помочь вам. Если у меня не получится, я переключу вас на оператора. Задайте ваш вопрос. У вас не получится. Переключите оператору, пожалуйста. Ваш звонок переводится на специалиста Единой справочной службы правительства Москвы. Специалист, добрый день. Как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Маровджон. Я гражданин Узбекистана. У меня такой вопрос. Чем я могу вам помочь? У нас регистрация сегодня закончилась, хотим продлить. Но мы сможем вместе с хозяйкой поехать, принимавшись со стороны, на мои документы и продлить регистрацию временно. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я уточню информацию. Угу. Biz so'radik. Registratsiya bugun tugadi. Граждан Узбекистан. Мои документы ги принимающая сторона билан борсак, документ уже золамизми. Шуни аналоштиряйми. Спасибо за ожидание. Обращаем внимание, что за предоставлением государственной услуги миграционного учета на стороны граждан и лиц без гражданства Российской Федерации необходимо обращаться в отдел по вопросу миграции ГУ МВД Российской Федерации. Адреса подразделений можно узнать в справочной службе отдела по вопросу миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Угу. По номеру телефона запишите, пожалуйста. Скажите. 895-587-07-87. Режим работы ежедневно с 8.00 до 20.00. Отделы по вопросу миграции, расположенные в Центре госуслуг «Мои документы», не работают в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Угу. Все, хорошо, спасибо вам. Пожалуйста, я могу еще чем-то помочь? Нет, очень помогли, спасибо вам. Не болейте, берегите себя. Спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на линии для оценки сервиса нашей службы. Спасибо вам за звонок. До свидания. До свидания.
Спасибо за ваше обращение в Единую справочную Москву. Балку поймем, да? Оцените работу нашей линии, ответив на 3 вопроса. Это займет не более 1 минуты. Ваше мнение важно для нас. Пожалуйста, переведите ваш телефон в тональный режим. Uzoqlashib ketarkan keyin safar qo'yamiz. Xo'sh, endi tushunganlar bor, tushunmaganlar bor. Tushunmaganlar uchun mana aniq ответ sizlarga. Bugun tugadimi registratsiya, значит, мои документы sizni qabul qilmaydi. Bu vopros bo'yicha migratsion službaga telefon qilib so'rashingiz mumkin. Ular sizga aniq ma'lumot berishi mumkin, deyaptilar. Mana migratsion službani telefon raqamini oldik. Hozir shu migratsion službaga biz telefon qilamiz. Hozir birinchisi shu ekranga sizga mayi dokumentingizni nomerini yozamiz. Keyin migratsion službani spravochni center nomer raqamini ham yozib qo'yamiz. Shu videorolikimizdan ko'rib telefon qilishlaring mumkin. Dополнительный вопросларing bo'lsa. Hozir endi biz migratsion službaga o'ziga telefon qilamiz prima. Так. Здравствуйте. Вы позвонили в справочное управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Справочное управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации обеспечивает информирование граждан по предоставляемым услугам на территории города Москвы. Уважаемые абоненты, информация о порядке нахождения и продления регистрации иностранных граждан на территории Российской Федерации после 15 июня 2021 года Справочное управление по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на данный момент не поступало. Просим вас перезвонить по этому вопросу позднее. Если у вас вопросы по оформлению заграничного паспорта, нажмите 1. По регистрации документов для граждан Российской Федерации нажмите 2. Вида на жительство нажмите 3. Об иммиграционном контроле нажмите 4. По миграционному учету и оформлению виз нажмите 5. По оказанию государственных услуг в электронном виде нажмите 6. По оформлению и выдаче приглашений нажмите 7. По предоставлению убежища, статуса вынужденного переселенца нажмите 8. По возврату излишне уплаченной госпошлины нажмите 9. По внешней трудовой миграции нажмите 10. О порядке приема обращений граждан нажмите 11 или дождитесь ответа оператора. Подождем ответ оператора. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Здравствуйте, добрый день, Людмила. Меня зовут Марувджон. Я гражданин Узбекистана. Хотел у вас спросить. У меня регистрация, временная регистрация сегодня закончится. Но с принимающим сторонам мы пошли на мои документы МФЦ, там не принимали. Что будет дальше и что нам делать? Скажите, пожалуйста, чтобы продлить временную регистрацию. У вас закончилась регистрация? Да, сегодня. Да. Сегодня? Да. Но продлевается только действующая регистрация. То есть срок обращения для продления постановки на миграционный учет ограничен только сроком действия имеющегося миграционного учета. Нет информации, насколько раньше вы можете обратиться для продления регистрации. Отделы по вопросу миграции не осуществляют прием граждан в период 28 октября по 7 ноября. Обращаться в рабочее время отдела по вопросам миграции. Но сейчас из-за пандемии, из-за закрытого указа, все организации делали выходные дни, нерабочие дни. Они сказали, что после 7 ноября приезжать и продлить. А если после 7 ноября приедем, нам нарушения не будет? Обращаться по данному вопросу к сотрудникам миграционной службы вашего района. Когда начнется прием посетителей.
А Да, можете поднимается телефон номер действующий сказать? миграционный учет. Поэтому ввиду того, что отделы по вопросам миграции не приведут приема посетителей по 7 ноября, то есть обращаться уже после 7 ноября. А, обращаться после 7 ноября. Ну, допустим, сегодня у меня регистрация закончилась, то есть никто не принимает из-за выходные дни. Мне, если после 7-8 ноября, если приду, административный По штраф не данному будет? вопросу, вы обратитесь к сотрудникам миграционной службы. Справочная информация следующего характера. Продлевается действующий миграционный учет. У вас сегодня действие закончилось. Срок обращения ограничен только сроком действия имеющегося миграционного учета. То есть можно заранее обращаться для продления сроков пребывания. В вашем же случае вы обращаетесь в дни приема, то есть уже после 7 ноября для получения информации. Но если действующая регистрация есть, именно 8 ноября закончится регистрация, такие люди могут обращаться для продления в данное время, сейчас или завтра? Справочная информация о том, что не придется прием посетителей с 28 октября по 7 ноября. А сегодня 1 ноября, прием посетителей не ведется. Так, все ясно. Спасибо вам за ответ. Берегите себя, не болейте. Если у вас действующий миграционный учет, окончание миграционного учета сегодня, то вы обращаться можете только после 7 числа. То есть в данное время не продлевает и не делает регистрацию никому, правильно? Сегодня и завтра и до 7 ноября. По районам города Москвы отделы по вопросам миграции не ведут приема посетителя. А обращаться, срок обращения для продления, он ограничен только сроком окончания миграционного учета. То есть можно и ранее обращаться для продления сроков. То есть пока он еще действует. А, если у кого, то есть до 8 ноября она действует сейчас в данное время, завтра можем обратиться, правильно, для продления? У вас 1 ноября заканчивается миграционный учет, вам можно было обратиться до 1 ноября. Угу. Так, понятно. Все, спасибо вам ответ, мы очень хорошо поняли. Ограниченный срок обращения ваше сроком действия миграционного учета. Какие действия предпримут, какие требования будут предъявляться к вам конкретно после 7 ноября, ввиду того, что у вас срок миграционного учета закончился 1-го, то эту информацию вы уточните при обращении к сотрудникам миграционной службы. Угу. Ну, об этом никакого указа нету, что регистрация автоматически будет продлеваться до 7 ноября, правильно? Указа нету. Информация не предоставлена. Вы обратитесь, когда будет начат, то есть начнется прием граждан, сотрудниками миграционной службы. Все хорошо. Вы уже будете обращаться по вопросам продления миграционного учета в вашем случае. Все хорошо, спасибо огромное за ответ. До свидания. Остались ли у вас еще вопросы? Нет, не остались, все, ответ получили. За ваш звонок оставайтесь, пожалуйста, на линии для оценки качества обслуживания. Всего доброго. До свидания. Mana hurmatli kanalimiz obunachilari va O'zbekiston fuqarolari. O'zingiz eshitdingiz, agar tushunmaganlar bo'lsa, men hozir berib qolaman. Bu yerda aytyaptiki, bular hozir prium yo'q. Kimnidir registratsiyasi bugun, erta, indin yoki 6-chi yoki 7-chi kuni tugadigan bo'lsa, oldinroq obrashenie qilish kerak edi. Oldinroq qayerda edingiz degan nimani berdilar hozir, javobni berdilar. Endi bu narsani
o'zi aslida 10 kun 15 kun oldin harakat qilish kerak любой fuqaro. Eng mana o'sha kunga taqab qilishlari bu noto'g'ri, chunki vaqtnoq kunlarga to'g'ri kelib qolishlari mumkin. O'sha sababli ozgina savol-javob ortiqcha savol-javob siz o'zingiz uchun tug'ilishi mumkin. Endi nima bo'lsa ham 5-chi, 6-chi yoki bugun tugagan insonlar shu o'zini yashab turgan migratsionniy atdelga borib savol berishlari mumkin yoki mana shu javobni eshitdingiz hamingiz, qabul prayom yo'ldi. Mayi dokumenti ham, immigratsion surba ham, to'lka posse 7 noyabr degan javobni berishdi, lekin avtomatik prodlyon registratsiya degan javob olmadik. Bu demak, qonun hali qaror yo'q. Yoki shtraf solib, 5000 shtraf solib sizga prodlyenie qilishi mumkin. Yoki sizga navstrecha chiqib, shu sizni tushungan holatda shtraf somasidan prodlyenie qilishlari ham mumkin. Endi yana ham aniq atvetni xudo xolisa ertaga men aytishim mumkin. Chunki как раз o'zim bir tanishim bor, o'sha registratsiya qilmoqchi bo'lyapti zavtra, ertaga. Ertaga borib ko'radi, agar qisa, men уже сразу sizlarga atvetini aytaman, xudo xolisa. Mayli, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana registratsiya haqida ham ma'lumotni eshitdingiz. Yana kimdadir qanday savollar, muammolar bo'lsa, yozishingiz mumkin, biz telefon qilib beramiz, gaplashib, sizga ham perevodini chiqarib qo'yishimiz mumkin. Xayr, omon bo'ling.